каково ваше мнение о жеребьевке и о группе в целом? Скажу откровенно, нам не было разницы, кто нам попадет, потому что совершенно однозначно на этом раунде все команды сильны. Несмотря на то, что турнир во втором этапе отбора проходил очень интересно, на этом турнире было видно, что сегодня в Азии слабых команд нет. Каждой команде нужно готовиться. Каждая игра – это отдельно прожитая жизнь, отдельные эмоции, отдельные ситуации, которые возникают на поле. Поэтому наша задача сегодня была одна из главных – это узнать соперников и начать готовиться к этому важному для нас финальному турниру. А как вы думаете, кто будет для вас самым сложным соперником? И можете ли вы выделить кого-то из футболистов соперников? Сегодня, наверное, преждевременно кого-то записывают в лидеры или аутсайдеры, потому что до турнира еще есть достаточно много времени, и каждая команда, как и каждый футболист в той или иной команде, могут проявить себя с той или иной стороны. Поэтому, конечно, мы с сегодняшнего дня уже будем изучать те игры, которые команды уже провели, изучать футболистов, которые играют в этих командах. Ну, кого-то выделять, наверное, было бы сегодня немножко неэтично и некорректно. Как вы думаете, какие команды выйдут? Сегодня у всех шести команд есть шанс выйти в следующий этап. Повторяюсь, в группе сегодня нету ни фаворитов, ни аутсайдеров. Каждая игра – это будет праздник футбола. Мы, в свою очередь, тоже постараемся все сделать для того, чтобы обрадовать наших болельщиков и решить самую главную, заветную мечту наших болельщиков – это выход на чемпионат мира. Мы будем готовиться к каждому матчу, и каждый матч для нас будет самый главный в нашей жизни, в нашей карьере.